Поздно вечером альпинисты, возвращавшиеся с восхождения на Эльбрус, увидели, что самая высокогорная база Европы, приют 11, объята огнем. К вершинам поднимался зловещий черный дым. Спасая свои жизни, люди прыгали из окон второго и третьего этажей. Даже с большого расстояния были слышны взрывы газовых баллонов. Как утверждают очевидцы, пожар вспыхнул по вине одного из венгерских альпинистов, который решил дозаправить горящий примус. Горе-восходитель пытался потушить пламя, но в панике перепутал воду с бензином. От вспышки огня вылетели стекла, и сквозняк разнес огонь по всему помещению. В момент начала пожара я стоял в предбаннике около столовой и кухни. Вот, мы там с приятелями курили. Что-то полыхнуло, и тут же оно началось. То, что база находится в труднодоступном районе, задержало приход спасателей. Потерпевших эвакуировали их товарищи. Правда, планы альпинистов оказались сорванными. Около 100 человек вынужденно вернулось в долину. Занимается подсчетом принесенных убытков. Игорь Стадник, Надежда Магницкая, НТВ.